Надя. Я! Ладно, ребят, а все видели правила нашей группы? Да. Все видели объявление о том, что те, кто ходит сюда, обязаны участвовать в различных мероприятиях. Это выставка. К новеньким это пока не относится. Вот. Ну, умотайте на уши. Даже Миша, который пришел в прошлый раз, первый раз за долгое время, то он сдал. Да? Сколько ты там дней, говорил, рисовал? Два. Два дня он рисовал. И то, что там у кого-то времени нет, еще что-то, меньше контакта. В конце концов, никто не говорил, что надо нарисовать новую картину. Можно было принести что-то уже готовое. Старое, да, что подходило. Дина нарисовала 4 картинки. Целых 4 картинки Дина нарисовала. Что с остальными? Все слышали. Хорошо, что не возмущает, что вы прямо подошла бы и запала. Чисто я бы надавила на совесть такая начала. Здесь матерь ветрушкой зовут, и гнева Цербера боятся. Царю с рисуночком ползут, не прекращая улыбаться. Везде, повсюду краска, аромат карандашей, бумаги, чая. Что хочешь здесь, тебе изобразят, при этом вовсе не скучая. Так поднимайся и рисуй, неважно что. Рисуй хоть тротуары, иди и радость мир даруй, не забывая про Урару. Так поднимайся и рисуй,
Не важно что, рисуй хоть тротуары, иди врат и смир даруй, не забывая про урару.